Всем привет! Привет, привет! Сегодня у нас какое? Сегодня у нас 10. 10 мая. Утром были такие тучи. Ну, утром Коля там снимала маленькое видео про этих птичек, которые у нас тут ходят. Как они называются? Ой, шпаки. Это дрозды. Кто там? Синицы, господи. Не, не синицы. Скворцы. Во, скворцы. В общем, они у нас тут на полянке собирают всяких мушек, блошек. И вот туда вот дерево, ну, сейчас я вам не покажу, надо выходить на улицу. Вот дерево, вот, которое стоит впереди, там есть дупло. Я уже в одном из видео показывала этот дупло. А вон, там с краечку не видно. И, в общем, когда отсевы завозили, ну, сейчас попробую выйти, если там народа меньше, покажу, может быть. Так, сейчас я вам спущусь, покажу. Вот оно, где? Где? Где же они? Так. Ну, и где же оно? Как я в прошлый раз его наблюдала. Стой. Так, сейчас листиками заросло, и уже не так видно. Куда же они там залазят-то? А, вот же оно. Вот, смотрите. Вот. Смотрите, какое. Видите? И там уже маленькие деточки. Они туда носят и носят и носят. Сейчас. Вот этих червячков, букашечков. Что там они только собирают. Такое, видите, четкое-четкое дупло. И вот постоянно такие работяги. Вот этих две птички. Они прям вот ну, секунду за секундой. Только залетели. Вылетели, снова залетели, снова вылетели. Походу, там уже маленькие эти птенчата есть. И поэтому они вот такое творят. Носят ими, носят. Там еще есть гнезда. Вернее, такие дупла, да, в соседних деревьях. Но сейчас уже лесу и все позарастало, не так видно. И так они уютненько так придумали. А вот же она прилетела. Сейчас, если будет видно, скачет, я ей мешаю. Вот она меня пугает. Чтоб я ушла отсюда. Оп. И залезла. А там малыши пищат. Маленькие малыши. Она сообщила о том, что она прилетела. Залезла. Всех накормила и сейчас пойдет дальше собирать жучков всяких. Прилетели скворцы. Так они у нас давно. Да. И вот это дупло. Он собирает в клювик букашек всяких, таракашек и то дупло, которое Оля вам показывала. А я еще покажу сегодня. Выйду. Покажешь, да? Да. Их два, парочка. Да, 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 их парочка. Вон еще кого-то взял в клювик. Труженики. Угу. Детишек кормят. Да, в том видео, что отсев мы привозили. В том видео. А, где отсев, да? Да. Ух да, ты, да. Посмотри, сколько насобирал. Да. И вон туда, где-то в дупло. Вон. Ага, ага. Вон в то дерево, да? Это самое. И что самое интересное. Они ж, я же говорю, из щипалок. Помнишь, как у нас напали на грушу щипалки? Как да, они да. Листовертки еще их называют. О, вылетел. Сейчас опять прилетит. Сюда или не сюда? К нам или не к нам? Они еще сейчас на черешню будут лететь. С одной стороны, они, конечно, классные. Но с другой стороны, они черешню вносят. Да, молодцы. Они, конечно, трудятся, да, но и черешенку нам портят. Они полетят в этом году к соседу. Мы же там эти диски подцепили. Угу. Так, все, полетел на другую полянку. Собирают. Жучков, паучков. Смотри, какой он красивый. Он Атаяна тоже. Ну, или наоборот. Такие пятнистые. Опа, сам съел. Не, они отрыгивают. Потом. Ага, ой, фу. Что-то фу. Все, улетел. Его нет, там еще. Не, он. Я думал, он уже улетел. Нет, ходят, собирают. Они же сначала в клюв туда внутрь. Нет, это если собирать, я не глотаю, смотри. Просто он уже наглотался, наверное. Они же и так собирают, а потом уже, когда они влазят, собирают, чтобы 10 раз не мотаться. Ты прикинь, какие у них аглоеды малые. Понес. Где там дупло? Так.
вот это первое дерево. Возле отсева, которое. А, он сейчас на проводе сидит. Оп. Оп, оно подлетел. Вот там. Он, наверное, увидел, что я его снимаю. Не, 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 вон сейчас в дупло залезет. Вот там дупло. Видишь? Угу. Оп. И залез. У меня за листиками не видно, куда он там полез, но короче, да. Они ж туда мотаются. Да, насколько интересна природа. Даже вот самые-самые такие маленькие птички, какие угодно, да, они все собирают, все носятся, все это, яйца высидели, деток, получается, сделали и носят, и носят, и носят им постоянно эту еду. И смотрю, вот я же говорю, эти уточки уже такие интересные. А как эти маленькие уточки повылупливаются, да, из яичек. Так смешно они тут все плавают гуськом. Значит, плывет мама утка, и за ними вот это такие, знаете, маленькие-маленькие коченятка учатся плавать. Так смешно, так классно. Но сейчас их еще пока нету. Они, наверное, еще... А может быть и есть. Надо сходить на речку посмотреть. Они стараются так более ближе к камышам туда плавать, чтобы меньше привлекать к себе внимание. Это очень-очень интересно. Они такие смешные. Вот. А вчера Коля снимал эту сороку, да, сорочье гнездо. Тоже, видите, защищает свое гнездо. Но я не знаю, там, я так думаю, что на маленьких птенцов нападал этот ворон. Или этот, или все-таки, может, на яйцо, или просто хоть хотел гнездо разрушить. Ну, непонятно, но это они постоянно борются. Постоянно подлетают эти вороны и пытаются разрушить почему-то гнездо. Вот. То есть, может, за место у них борьба такая. Ой, ребята, да. А к чему все это я рассказывала про тех же птенцов? К тому, что этот. К тому, что было утром пасмурно, и мы думали, что уже прям дождь сейчас пойдет. Вчера-то дождь пошел, и такой он и ночью был немножко. Теперь какая я красивая. Да лежи, лежи, лежи. Ну что, я тебя подняла, да? Скажи, мне так тяжело, я себе норку такую вырыла. О, ну прям, ложись, ложись. Да, вот молодец. Хорошая девочка, лежи. Я тебя не трогаю. Вот видите, она так все вырыла такое место. И, получается, пузо в прохладненькое засунула. И тяжело его скоро рожать будет. Так. И тут у нас дамочка тоже. Ей тоже, скажи, мне тоже тяжело. Скажи, тоже буду рожать. Вот. А эта дама у нас непонятная. Я вот не знаю, я не пойму. Вроде пузо у нее большое. Вот. Ну, что-то сиси, смотрю, у нее не набираются. Да, тетя, не набирается ничего. Или есть, или нема, или что у тебя? Ох, тех, девчонки балуются соседние. Чего? Или набираются? Вот не могу я понять по ней. Вроде она такая здоровая. Не, наверное, да, потому что вот жирная-жирная, но пузико у нее немножко это... Немножко другое. Да, скажи, мне так тяжело, ты пришла, мне тут снимаешь. Да, свинаречка. Девочка, что ты траву переколбасила вот так вокруг себя и улеглась на нее? Скажи, мне тяжело. Скажи, мне тяжело. Я же большая, просто жирная. И поэтому мне тяжело сейчас. Скажи, да? Ой, ой, скажи, что ж ты меня подняла, бессовестная. Да, повозмущайся на меня, повозмущайся. Повозмущайся на меня. Повозмущайся на меня, понервничай немного. Не, будут, детки. Смотрю, у него, да, уже эти нижние, это, на брюшке, внизу уже такая полосочка появилась, как молочные такие эти. И пузо опустилось. Да, пузяня опустилась у него уже. Видно, у них, когда сверху пузо появляются эти такие, как ямки, это уже все. Это уже вот-вот-вот-вот уже будет. Да, и вот она встала, у нее прям шевелится пузико. Никогда хрюкает, а перед тем, как хрюкнет. Да, маленькая, маленькая, с дня на день. Да, хорошая, пожалуйся, пожалуйся, болит у тебя, да? Что-то мне кажется, что прям вот-вот, дамочка. Ты у нас вот-вот, красавица, да? И плохо она покушала совсем. И тенек ищет, и место найти себе не может. Малышка, так ты у нас сегодня хочешь завтра рожать уже, на днях, а то и раньше. Моя ты умничка. А ну, зайчка такая. Жирненькая. Да скажи мне, из-за того, что я жирненькая, мне еще тяжелее. Вон, холодок она ищет. Она пытается найти это, да, норку какую-нибудь пытается найти, потому что она схватки и больно. Они пытаются куда-то забиться. О, а я, скажи, тебя подняла, да?
Я вот не помню, у него что, разве первые роды? По-моему, это вторые же роды. Да, у этой вторые роды. Что он так переживает-то? Обычно это с первыми родами они так себя ведут, потому что, ну, как бы они еще не понимают, что с ними происходит. Из-за этого они очень сильно переживают. Чего? И ты переживала, да? И ты, девочка, переживала. И ты, красавица, переживала. Да, ай, ты зевака, зевака, свиняка. Красивые маленькие девочки переживали, да? Скажу, дура со свинями так разговаривает. Я не дура, я скажу, да? Я просто вот так вот жалею их. Они же тоже животные, и скоро мамочками постают. Вот, ходит жалеть. Она так мне прикольно нравится. Она, когда я к ней подхожу, постоянно подходит ко мне и начинает жалеться, жалеться. Да, скажи, о своей непростой свиной судьбе. Скажи, конечно. Что же нам жарко вот рожать сейчас-то? И у нее живот опустился. Я так походу понимаю, что они мне практически одновременно. Вот это вот разродится. И вот это вот толстенькое. Ну, кабан к ним захаживал в гости, да, в одно и то же время. Поэтому, в принципе, я думаю, что как бы скоро они все у меня тут. Будет у меня скоро свиной детский сад. Мы потом эту всю перегородку убираем. Главное, чтобы они разродились, не подавили деточек. А потом эти все перегородки убираем, тут чуть по-другому организовываем. Да, дядя, дядя, ой, тяжело, тяжело, мои хорошие, тяжело. Тяжело, красавица, да, тяжело. А это вот что-то, да, так как-то, смотрю, себе не может найти место, походу, вот-вот-вот уже прямо. Прям вот-вот уже. Ну что, значит, скоро будет. Вот так она еле прям ложится, и прям она аж стонет, когда ложится. Да, сегодня-завтра у нас будет поросякеля. А та еще мечется, та еще гуляет. Живот у нее он большой, но он еще не опустился, по-моему, так сильно. Да, он еще ямки нету. А это он уже прям кряхчет, так что... Да, загайдала я вас, короче, с этими свинями, да, скажи, вот нашла, что показывать, свиней. Ну что, если это наша жизнь такая, да? Это наша такая жизнь. Да, скажи, а мы молодые девчонки. И непонятно, погуляли мы или нет. Мы грязные, молодые девчонки, еще совершенно ничего не соображаем. Да? Просто вот лежим и не можем понять, что происходит. Вон, ну, крайние сопли вообще, вон, с носа. Чего это за сопли, скажите мне, пожалуйста. Ты, сопливая мадам. Ай, да, ты жаловалась мне, девочка, жаловалась, да. Скажи, я жаловалась тебе. Ну, ничего, ничего, скоро разродишься и будет хорошо все. Ну, кабаны. Кабаны-то понятно, что им кабанам-то. Кабанам как кабанам. Жуй траву да гуляй, да? И то кабанам. Один кабан, а то евнухи. Ой, загайдала я вас с этими свинями, да? Не знаю, придется что-то вырезать или нет. Я или, может, не буду ничего вырезать, оставлю, да и... Да и смотрите, это же моя жизнь. Вам интересно, как, чего у нас происходит? Вот, показываем. Блин, черешни уже такие, прям с каждым днем все больше и больше. А я увидела на соседском огороде. Ребята, у него еще раньше, ну, еще ранняя черешня. И походу у него будет раньше эти черешенки. Я вчера сопала и видела прям, сейчас приближу, посмотрю, кстати. Вон она стоит. Это черешня. И вроде бы я прям на ней краснюсенькие видела вчера. Зернышки. Не могу увидеть. Листиками прикрыто, не видно. Они тоже зелененькие висят. Тоже вон зелененькие. Этот сам. Ой, классно, как это, когда есть такой фотоаппарат, да? Че этот? Поснимал, увидел, что у кого на огороде. Что, прискакал ко мне? Ты помощник маме? А? Ты по мамин помощник? Девчонки переоделись уже там? Идут помогать маме? И ты помощник, да, молодец. Помогаешь мне затаптывать цветочки, клубнику. Ой, молодец какой. Да, у нас все весело. Вон люди в огороде, все. Я же говорю, с утра прям была такая погода. Во-первых, я, если честно, проснулась очень разбитая. Почему разбитая? Сейчас объясню. Я вчера до ночи клепала видео. Ну, я могу себе, конечно, показать. Ужасно выгляжу, у меня глаза краснючие. Сейчас. Не знаю, будет вина или нет. На голове, конечно, так себе. Помыла голову сегодня, ни феном, ничем не сушила, так просто это. Короче, сегодня до ночи, вчера, вернее, до ночи клепала видео.
Ой, получается сразу несколько, потому что вчера целый день же занято были огородом. Вот, и если бы не дождь, мы бы с огорода, наверное, не ушли, если бы он нас не выгнал. И получается, что пришла быстренько одно коротенькое склепало, потом следом села этот самый. Оно быстро загрузилось, получается, это видео. Вот, потому что оно там было на 12 минут, по-моему. Ну, оно, в общем, быстренько за 40 минут оно и загрузилось. А потом это самое. Давай же быстро клепать следующее видео, там, ну, с 9 мая и все остальное. И оно как начало, долго. И, в общем, долго-долго оно вот это все делало. Коля приехал с работы, покушал, улегся спать. Вот, показываю просто свои немножко просторы, то, что мы сделали. Ну, я думаю, видно, да? Вот, улегся спать, и это самое. А я дождалась уже, пока этот видео домонтируется. Все, его как бы нажала окей. Ну, то есть, чтобы оно на утро оставалось смонтированное. И думаю, ну, все-таки же обещала Даша на день рождения сделать. И все-таки надо сделать все-таки это день рождения. Да, взяла. И села делать день рождения. В общем, делала я его до 2:30. Я только закончила его совмещать до кучки. Ну, там же кусочки, все прослушать, чтобы нигде не пропустить какого-нибудь матерного слова. Ну, все равно, знаете, как то малый, то Коля могли все равно ляпнуть себе. Вот. То там ускоренку поставить, то потому что, опять же, не пускает же YouTube эти все неускореночки. Вот это у меня фасолька здесь повылазила, не знаю, видно или нет. Вот. Здесь мы вчера посадили эти кабачки. И, значит, этот. И представляете, я такая уже почти, чтобы нажать на старт, чтобы оно клепалось, ну, то есть соединялось. И такой, бах, и свет вырубается. Божечки! Как я испугалась. Думаю, ну, вы представляете, столько промудохаться с ним. И вырубили свет. В общем, сидела, я ждала минут 20. Вот лучок хорошо поднялся. Минут 20. Думаю, ну, включат, не включат. Сохранилось оно на этой программе или не сохранилось. В общем, дождалась 20 минут. Ждали, пока включится свет. Ну, ждали это, в смысле, Светка сидела со мной рядом, она фильм смотрела. И это самое. И представляете, какое мое счастье. Я включаю эту программу, но обновила же этот самый, получается, ну, типа, включила же назад компьютер, все. Обновляю программу, и она пишет, сохранить проект или нет. А, думаю, ну, слава богу. Вот начала вчера тут сопать, но дождь нас застал, и я бросила и побежала. Сейчас надо встать и быстренько тут все просопать. Вот. А, девчонки спрашивают, что такое люцерка? Ну, вот она. Я не знаю, как она, как по-другому называется. Вот, такое оно. Это любят очень... Ну, кроликам его можно, только нужно провяливать и сушить. Вот такое сушеное делают кроликам. На, ну, свинки едят. Ну, короче, все животные любят такое. Так вот, я бегом-бегом обновила эту программу. Ну, то есть, как бы нажала, что все нормально. И бегом на старт. На старт. И вот поставила на старт и пошла уже спать. Вот, ну, это получается, я легла где-то, наверное, в 3 часа спать. И так я кукурузку вчера не просыпала. Сейчас стану тоже просыпаться. Кусочек, это все кукурузка получается. Просыпаю, но потом будет видно. Я, значит, легла спать, и как легла, а у меня голова болит, ты знаете, глаза пекут. И поэтому получается, что? Поэтому не можешь заснуть. И я пока месь, в общем-то, это самое. Пока месь я заснула, пока прокрутилась, даже не знаю, во сколько я заснула. Там у меня дальше кукурузка. Вон повыходила, повылазила. Не знаю, видно будет, нет. Там два рядочка. Вот. Такая. Ну, здесь фасоль я показала уже, да? Вот. И, в общем, получается, а утром сегодня у меня в 9 часов я проснулась, и все. И все, спать не могу. Здесь у меня тоже кабачки мы посадили. Вот. Проснулась, все, спать не могу. Уже встала, давай кушать, готовить. Вот, вот. Огурчики у нас такие вот рядочками пошли. Вот рядочек рядышком. Дай бог, чтобы они все прижили, принялись, так сказать. Салатик. Светка вон идет уже помогать. Сейчас, Светлана, я камеру положу и тоже приду. Дашулька с работы пришла, тоже сейчас переодевается, пойдет помогать. Вот, это самое. И что хотела сказать? Да, и утром, утром я же говорю, Коля говорит, ну когда же мы уже на этой, на мультиварке, это же приготовим. Я говорю, ну давай, все, приготовим на мультиварке. Ну, что вам скажу, ребята? Вот вы меня спрашиваете, почему вы нам не показываете рецепты на мультиварке? Типа, уже ж мультиварка есть, покажите нам хотя бы один рецепт. Ой, к нам опять дамочка пришла. Она не пришла к нам, она тут у нас живет, походу. Вон, идет пузо телепает за собой. Ты тоже нам, да, как и свинухи, решила разродиться? В общем, и это.
Как я вам могу показывать рецепты, которые я сама еще, знаете, не проверила? Дело в том, что у меня такая вот, знаете, есть штука, что я только показываю уже то, что проверено, то, что сама я, в чем я уже уверена, то, что я уже сама знаю, вот, я могу только показывать. А так, если я сама еще, знаете, как в этом деле олух, то вам что-то советовать. Ну, как можно советовать, если сам ни хера еще не понимаешь? Так что я говорю, что я вот чуть поднаучусь, вот я же говорю, все сделала, уже второй рецепт, который я делаю по книжке, ну, это я делала сейчас вот плов. О, я не понял, что это за котенок? Ты откуда, товарищ? Здравствуй. Ты что? Нам хватит? Котенок. Вы что, издеваетесь? Да, он котенок, он не кошка, он маленький котенок. Ну, конечно, вы мне вот тут соберитесь все. Ты же такой с зелеными глазами. И пошел туда же, где эта кошка. Кошмар, короче. Жорик сдает позиции. И вот, никак не могу закончить, елки-моталки. Короче, и в общем получается, что я делала, пыталась на нем сделать шарлотку, вот, на мультиварке. И сделала именно так, как написано в книжке. Именно не по своему рецепту, а вот именно как написано в книжке. Потому что думаешь, ну книжка ж идет, ну она ж не зря правильно идет. Нужно ж, если учиться уже чему-то, то нужно учиться уже правильно. Сделала по книжке, она у меня не поднялась. Ну то есть она вкусная получилась, все, но она немножко такая, как называется, гливкая, что ли, получилась. Короче, плохо поднялась она. Вот. Вот второй рецепт, вот, который делаю, это мы сделали, решили сделать, у меня были маленькие такие, ну, остатки от крылышек, вот, ну, не остатки от крылышек, они такие, верхняя часть крылышка, можно сказать, мы их специально покупали, и думаю, возьму, сделаю, типа, как а-ля плов, как я его называю, да, то есть, ну, как плов, только, блин, не с кусочками мяса, а вот именно с курочкой. Ну и что, все сделала, как там написано. Стакан, в общем-то, риса, там 500 миллилитров воды, там вот это все зажарочки, вот эти мяски, как там надо. Сначала на режим обжарки все обжарила, потом, в общем-то, на режим плов прямо. Все поставила, залила, все как полагается сделала. В общем, короче, как написано было. И что вы думаете? Пропикала оно, что оно готово. Открываем мы эту штуковину, и получается, что сверху он немножко сыроват. Ну, то есть, он как бы... Во-первых, он не увеличился в размере почему-то. Не знаю, я с этим рисом, вот с таким же самым рисом я готовила. Можно было сказать, что это рис, да? Там что-то. Но я с таким же рисом готовила в обычной кастрюле. И он у меня раз разварился, все как полагается, такой распушился, все остальное. Здесь остались, в принципе, те же пропорции, которые... Ну, вот как я воды налила, и все. То есть, оно не увеличилось как-то, во-первых, у меня. Вот. А во-вторых, что верхний немножечко, даже там, где рис попал на вот эти вот крылышки, да, сверху, он почему-то даже некоторые рисинки остались сырые, прям вообще сырые. Вот. А этот, а снизу немного пригорел. И вот как понять, что делать-то? Я вот не знаю, может быть, действительно брать все на глаз, как по-своему делать, да и все. Потому что, ну, как-то я не знаю. О, блин, тучки опять находят. Ребята, я тут с вами болтакаю. Я так чувствую, что я пока с вами болтакаю, сейчас тучки как набегут и будет как вчера. Поэтому все, я закругляюсь. Может быть, если вечером что-то еще досниму, покажу что-нибудь. Ну, как себя, как я выгляжу, я вам уже показывала. В принципе, ничего интересного нету. Стремненько, с красными глазами. Вот. Плов у меня... Не, ну он вкусный. Он вкусный получился, бессомненно. Не сильно он там пригорел. Но корочка пригорелась и была все равно. Просто обидно. Может, я что-то не так делаю. Может, я говорю какая-то... Не это. Ко всему нужно привыкать. Ко всему нужно приловчиться. Не все сразу получается. Поэтому я же говорю... И мне кажется, что все-таки нужно делать и брать по своим рецептам, на свой глаз, ну вот как я думаю. Потому что вот как там написано, мне сразу оно показалось, что как-то, не так, в общем-то. Мне сразу эти пропорции уже не понравились, уже когда я увидела, как оно, сколько там внутри чего, уже не понравилось. Ой, эти бузички, какие у меня огурчики тут бравенькие. Ой, вы молодцы мои. И даже помидорчики вон такие бравенькие. Да, в общем-то, и без всяких накрытий, без пленки. Я вот вначале пару дней понакрывала и все, и оставила их так. Вот. Так что так. Ну, в общем, ребят,
Тут у меня прорвать, конечно, все надо. Вон у меня и рукола, он вся вышла, кошмар. И петрушечка, слава богу. И укропчик, вон, слава богу. Только нужно прорвать все это, бурьянчик. Но мы, так как на огороде, никак мы не можем прорвать. Так, ну все, покажу себя еще раз. Скажу всем пока. О, блин, по-моему, сильно приблизила. Вот так. Вот так, скажу всем пока-пока. Вот на сегодня, если что-то, может, еще сниму, еще чего-нибудь покажу. А пока, мисс, пока-пока. Вот, вот такая вот болталочка у нас сегодня получилась.